Какая-то. Я что-то за Твичом не слежу, блядь. Что-то я проебал какой-то стрим. Ивилона, что ли, я, по-моему, проебал стрим. Или что-то я проебал, короче. Что-то там кого-то обосрали, блядь. Что-то, думаю, за что-то, блядь. А что у меня, алло? У меня интернет закончился? Не-не, все норм. Что-то чат провис. Что да, блядь? Ну, вкратце, можно пояснить, пожалуйста, что да? Типа, да, я и сам знаю то, что я услышал. А, Жижа стримил с Николаем. Ага, и чё, блядь? И дальше что произошло? Дальше, типа, начали разбирать эту хуйню, и все на него говной полили, да? И, типа... И он, типа, со мной поговорить хочет после этого. Да, надо послушать. Ну, послушаю, что он там хотел сказать. Предварительно пообщаюсь, конечно же, блядь, не с ним, а с Вилоном и Статьяной, блядь. Я решу, нахуй, стоит ли мне, блядь... Вообще разговаривать. Какой же я суси? Спасибо большое за донат. Короче, где название? Название нет.